Вся история человечества – большой, нескончаемый поток экспериментов. Почему? А потому что нет безошибочных инструкций, как и в каком направлении развиваться. Эксперимент – это способ раздвинуть рамки привычного и найти новые перспективные пути развития во всем. Возьмем, к примеру, гироколесо. Встав на гироколесо, человек сначала учится ездить, а потом, если он уверенно ездит и хочет попробовать свои возможности управления в более сложных условиях, то он идет на эксперимент, один из которых вы сейчас увидите. Жизнь – это чей-то эксперимент. Возможно, в свою очередь, эксперимент – это чья-то жизнь. Вам повезло, вы родились в свободном сознании. Вы ушли от общепринятого взгляда на банальные способы перемещения. Вы – моноколесник, покоритель 3D пространства. Экспериментируйте в рамках правил и законов, безопасно для окружающих и себя.